Добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана с разветвителями розеток, так называемым тройником, но плюс еще и розетки для гаджетов, устройств, чтобы их заряжать при помощи различных USB, как USB-A, так и USB-C, причем Quick Charge и Power Delivery. Данная розетка представлена производителем Lancet, рассчитана она на Power Delivery 35 Вт. Так, ну а сама розетка рассчитана при подключении к сети 220 Вольт на подключаемое устройство до 4000 Вт. Фирма Lancet. Пришло это все достаточно быстро при помощи доставки Казань Экспресс. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Lady Shops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Lady Shops. Так, что из себя представляет упаковка? Вот она здесь представлена в таком виде. Ну, здесь вот показано, что Power Delivery USB-C, есть Quick Charge 3.0, ну и есть соответствующие розетки USB-A. Дальше есть кнопочка и есть подключение 3 розетки для подключения устройств с переменным током. Здесь постоянный ток, здесь переменным током. Вот что из себя представляет. Сделано в Китае у нас. То есть USB различных направлений и свойств. Так, и вот здесь вот продемонстрированы характеристики, модель. Дальше рассчитано на 205 Вт 50-60 Гц, 16 Ампер, ну и 4000 Вт максимум. При подключении к розетке Power Delivery, это USB-C, здесь выдается следующие вольты, можно посмотреть. Для Quick Charge USB-A тоже для одного подключения, тоже продемонстрированы. Для USB-A продемонстрировано. Ну и если вы подключаете сразу же все, то здесь ток и вольт из каждой розетки составляет 5 вольт, 3,6 ампера максимум. Вот такая вот упаковка. Белого цвета. Есть еще второй вариант без 35 ватт, то есть Quick Charge и Power Delivery. Она стоит немножко дешевле. Внутри у нас находится само устройство. Дальше инструкция. Инструкция у нас на английском и английском, а нет, не английском, еще одном языке, по-моему, французский. Английский, французский язык. Ну и вот здесь вот продемонстрированы основные свойства данного переходника, разветвителя на подключение розеток переменного тока и постоянного тока для зарядки гаджетов USB-A и USB-C с Quick Charge и Power Delivery. Так, ну и само устройство вот такого плана. Внизу те же самые характеристики, ну а сверху и по бокам у нас розетки для переменного тока. Здесь у нас вот размечены для постоянного тока и для зарядки ваших устройств. Ну, вот Quick Charge 18 Вт, Power Delivery 35 Вт, ну и здесь 5 Вольт, 2,4 Ампера продемонстрировано, и есть кнопка включения. Давайте подключим. Сразу же хочу сказать, что у меня есть смартфон Asus Zenfone 8 Flip, у которого есть зарядка на 33 ватта. То есть вот этот вот заряд проходит и действует. Сейчас я не могу продемонстрировать, потому что в данный момент смартфон основной снимает это действие. Вот, но я покажу, продемонстрирую, что есть зарядочка. Да, еще один момент. Если у вас есть двойные розетки, то может сложиться такая ситуация по размеру, что вилки стандартные, вот европейские, там, для компьютеров и так далее, могут препятствовать захождению. Это тоже надо учитывать, смотрите. Сейчас, кстати, я вот продемонстрирую. Так, ну и давайте установим. Да, и еще один момент. Вот, при включении кнопки. То есть у нас включился индикатор. И кнопка у нас одна на все розетки. То есть, если вы включили, то работают все, ну, в той или иной степени. Если отключили, то не работает ни одна. Ну, как бы такой вот предохранитель.
если вам нужно куда-то отлучиться. Так, и есть вот у меня бокс от микрофонов. Он рассчитан на 5 вольт 1 ампер. Ну и как видим, вот начал заряжаться. 220 тоже работает без проблем. Тоже проверено. Вот такое вот устройство, разветвитель для розеток переменного тока, плюс еще и зарядное устройство для ваших гаджетов. По одному заряжается, здесь есть Quick Charge и Power Delivery. Если вы все сразу же, то там есть определенные ограничения, то есть 5 вольт и 3-4 ампера на все розетки, если вы подключаете сразу. Так, вот такое вот устройство. Итак, я вам продемонстрировал разветвитель Lensend на 3 розетки переменного тока и на 4 розетки для зарядки ваших устройств постоянного тока. Это 3 розетки USB-A, одна из которых с Quick Charge, и USB-C, которая с Power Delivery на 35 Вт. Все делают свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал, информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.